Призрак в доспехе — это классическое аниме Мамору Оси, человека Басета и одного из толпов серьезного аниме. Экранизация — полное раздолбайство манга авторства Масамуне Сиро. Фильм охватывает кусочками сюжет всей манга, но сильно его видоизменяет. На дворе киберпанк. 9-й отдел, японское контртеррористическое подразделение, занят поиском кукловода, супер-мега-имба-кул-хакера, который может скрыть любой мозг, подключенный к интернету. Во главе подразделения стоит подполкан Арамаки, суровый японский дед, а второй человек в команде — майор Матако Кусанаги, брутальная имба-киборгиня. Сюжет таков: кукольник кого-то зачем-то взломал, и это связано с политикой. Что есть душа и как она связана с телесным? В ходе противостояния с таинственным хакером, которое происходит в бессистемном порядке и сопровождается массовой гибелью арбузов, выясняется, что НИКАК! Фильм выделяет нестандартное для жанра и стандартное для оси неторопливость, иногда прерываемая взрывами экшена, крови, насилия. Причем все это анимировано настолько здорово, что и по сей день смотрится на ура. Если, конечно, вы ничего не имеете против неторопливости, иногда прерываемой взрывами экшена, крови, насилия. Фильм снят грамотно, и хотя иногда философские вопросы задаются в не совсем положенные моменты, режиссер не пытается затолкать свою мысль зрителю в глотку, позволяя поразмыслить над предлагаемыми тезисами и принять или же не принять его точку зрения. С точки зрения атмосферы, фильм выдержан безупречно, и то, что братья Вачовски стырили для «Матрицы», в «Матрице» выглядит слабее, чем в «Призраке». Однозначно необходимое для просмотра произведение, как для ценителей хорошей фантастики, так и для рядового зрителя, которому захотелось чего-то более витиеватого.